Отмечать день физкультурника массовыми соревнованиями в Красногорске стало уже доброй традицией. Более сотни любителей спорта пришли в спортивно-оздоровительный центр принять участие в празднике и показать – в здоровом теле здоровый дух. День физкультурника – это физическое развитие и культура. Они присоединили и получилась физкультура. Это культура, которая поком веков в России есть. И это празднует весь народ. Это с одного превращающееся в другое, и сегодня называется День физкультурника. Это гармония, это красота, это, значит, здоровье. Это все вместе взятое называется физкультура. Турниры организованы сразу по нескольким видам спорта. На футбольном поле с самого утра нешуточная баталия. За звание лучших соревнуются 8 дворовых команд. В первом матче мы сыграли ничью с нашими главными конкурентами. Вот сейчас через игру будет наш второй матч. Мы рассчитываем выиграть весь турнир. Но мы считаем, что надо продвигать спорт, надо вести здоровый образ жизни. Не курить, не пить, заниматься спортом. И людей с каждым годом все больше и больше. Вот в прошлом году, по-моему, 6 команд было в этот день, а сейчас уже 8. Уже лучше. Команды представлены почти весь район Красногорска. И я считаю, что это как бы возрождение кожаного мяча, и дети с удовольствием играют. На соседней площадке в турнире 3 на 3 соревнуются любители баскетбола. Сегодняшние соперники в жизни добрые друзья. Я всю жизнь занимаюсь физкультурой, всю жизнь занимаюсь спортом. И когда я узнал об этом турнире, то, соответственно, собрал ребят. Мы живем в Павшинской пойме, в Красногорский район. И мы решили принять участие. Все наши красногорские ребята, вот, очень дружественная обстановка. Мы все общаемся, мы все друг друга давно знаем. И получается какой-то, ну, клуб по интересам. Провести этот день с пользой для здоровья и показать пример молодому поколению пришли члены ветеранской организации Красногорска. В заплыве на 50 метров проигравших не было. Главное для участников – получать удовольствие от того, что делаешь. Отрадно знать, что у нас возрождается сдача норм ГТО, что у нас люди всех поколений стремятся к тому, чтобы оздоровить себя любыми видами спорта. Сегодня у нас здесь ветеранский актив. У нас люди, которые любят спорт, люди, которые любят плавание. И они сегодня пришли для того, чтобы продемонстрировать свои возможности, невзирая на свой возраст. Спортивные мероприятия в этот день прошли по всему округу. Свои достижения демонстрировали и любители, и профессионалы. Мне тоже приятно и, значит, поздравить. И как спортсмен поздравить, значит, население Красногорска с Днем физкультурника. Мне кажется, что мы постараемся, все бывшие спортсмены, сделать и руководители спортивных организаций, сделать Красногорск спортивным городом. Когда спортивный город, чувствуется, что культура на высоком уровне.